для меня ты целая вселенная. Да, со Святым Николаем, 6 декабря. Говорят, что там что-то кто-то не празднует, кто-то празднует. А мы празднуем всегда, и 6-го, и 19-го. Если хороший праздник, его можно и два раза отметить. Правильно? Правильно. Правильно. Мы раньше отмечали, и сейчас отмечаем и Новый год, и Старый Новый год, да? Теперь будем два раза отмечать. Его будем Рождество отмечать два раза, там, 25-го будем, 7-го, это нормально. Лишнее внимание, там, это лишний никому повод. Не помешает. Сделать какое-то доброе дело, там, кого-то пригостить, да, ну, там, детей особенно. Почему нет? Ну, давай отсюда. Это я в отдельный магазинчик зашел. О, волшебный кулечек. Что за магазинчик ты нашел? Нет, это фигня-то все. Это фигня-то. Вот тут бананы. Вот эта вещь, да? Это от Святого Николая, да? Да, это от Святого Николая. Класс. Сейчас вот это вообще не высыпалось, это все. Это сейчас на кой будет так. О! Тоже Святой Николай прятал. Шампиньоны, да, такие крупные, красивые. От Святого Николая. Доставай, что это еще тут? Ой, бананы. Ай, Николай. Ай, Николай, молодец. А что ты еще? Кака. Вот такая кака, которая такая. Давай еще смотри, что там. Кака? Ну, это киви. Это киви. А это авокадо. Ну, почти что кака. Что ты еще? Не-не, вот тут смотри. Чек. Вот какие-то тут уже такие потрогают. Вот это уже, наверное, можно. Да. Потом дорогу. Николь, давай легче смотри, как мы сделаем. Достанем, вот там что-то красненькое. Да тут кулек киви. Давай просто отсюда заберем помидоры. Ой. И скажем, что там кулек киви, да? И там кулек киви. Доложи назад. Вот, посмотри, тут кулек киви. Ух ты, урожай. Валера собрал урожай. Николаевич собрал. Да, так. Подожди, это вот сюда. А что ты не открываешь этот кулечек? Это волшебный кулечек. Заинтриговал. Что это? Маслинки, оливки. Так, такие, которые на развес. А ну еще что там? Это я сейчас скажу, это так я так захотел. Что ты, папа, захотел? Моцарелла. Моцарелла. Мне так захотелось пиццы. Ну, Лерка, я что-то не в состоянии. Нет, ну, мама, дай бог, сейчас мы ее полечим. Я так сыра накупил, потому что это в отдельном праздника магазине. Хотите, а я никакая. Мы подождем. А за это что-то давай доставай. Это фета. Это фета. Круто. Ты что, да, греческий? Зашел греческий магазин, да. У нас тут есть греческий магазин. А где греческий йогурт? Греческого йогурта не было. Так. Мне подружка написала рецепт этого чизкейка, как делают. Так. Туда надо греческий йогурт. Это вот тебе Святой Николай передал, на. Ой, класс! Памперсы. Угу. На, все, будешь одевать мне. Давай, что тут еще есть. Так, хлебчика. А это рулет, чтобы был в холодильнике куриный, чтобы что-то приготовить такое. Клементинки вернулись! Ура! Так, наконец-то! Витаминки! Лет! Мы маму сейчас витаминами закормим, чтобы она выздоровела. Закормите меня, да, пожалуйста. Да. А то я не доедаю. Да, витаминов. Бабуля звонит, говорит, так она просит молока, так это, говорит, ну нету домашнего у вас молока. Ой, есть специальная козочка, которая не пахнет молоко, такая прикольная, но это дорогой вид какой-то козы. Мама, какое есть молоко, такое пью. Вот, ну я не знаю. Потому что мы козы, это очень интересно. Брали. Где-то оно пахнет коровой. Да. Где-то даже если корова не пахнет, у нее все равно запах от домашнего молока, и дети отказываются. Это я еще купил на пиццу. Вот вот. Круто. Так захотелось пиццы. А это что, посмотри, мама, все у нас кулек. Остальное все клементины. Боже мой. Это на один день нам, да? Разбирайте. Марку отнесите. Давайте я открою. Отнесите Марку. Класс, папа. Ты сегодня нам праздник сделал. Да. Новогоднюю обстановку, да? Да? Бананы. Красота. Киви. Сейчас эти наши. Хорошо, держи.
Что нету, Олечка? Гирлянды нету. Гирлянды, папа. Гирлянда у нас есть там на елку. Нет. Мы еще елку не поставили. Надо еще такую маленькую. Говорят, такие дурные цены на елку, что. Да? Да. Ну, я смотрю блогерши. Не, Олечка, сейчас хочу кофе попить. Она в Германии живет, но там от 20 евро, и самая дорогая, это, по-моему, 40 евро елка. У нас, по-моему, дороже изначально сейчас. И красивые такие, аккуратненькие елочки, пышненькие. Ой, на больше наедаем среднее. А у нас, по-моему, все будут 100 евро, если не больше, да? Ну, не, у нас первоначально сейчас дорогие. Они типа везутся откуда-то с Дании, там, Швеции. Нас, да, все заманивают в Германию. Все, кто не позвонит, все говорят, там что... прям детям внимание такое. Детский прям... рай. Ой, Вильчик, спасибо. В Германии детский рай. Детский рай. Так, и напишите, Ваня, кто говорит, живет там. Мы уже сейчас еще потерпим немного, да и поедем. А мне сон приснился. Да, что мы уже в Германии. Я говорю, Валер, куда, когда мы уедем? А ты мне сказал, через 60 дней уезжаем. Так тетка мне сказал. А я такая, так, 60 дней. Это же весна. Я весной никуда не поеду. Мне тут весной нравится. Я хочу всегда зимой уехать. Ира хочет всегда вот это осенью такой уехать. Да. Зимой. И когда она говорит, уедем весной, я такая, сейчас. У меня там тюльпаны начнут цвести. Я никуда весной не уезжаю. Весна так, самая любимая. Косточки есть, это какой-то новый завоз. Чуть-чуть косточек есть. Ну ничего, вкусно. Все равно вкусно, да? Косточки можно посадить в вазон. Мама, наедайся вот этих. Ой. Клементина. Там еще апельсины у нас. Не уберегли меня. Яблоки. Да куда же мы тебя так бережем вообще это? Не сберегли, видишь. Это, знаешь, заболела. Ты стала не ходить на спорт. Тепличная, да? Да, ты перестала ходить на улицу часто. Да. И вот это вот, где-то сквозняк, как твой папа говорит, ой, сквозняк. И деда тебя просквозило. Я? Ой. Он генератор на улице завести. Ой, говорит, закончились мандаринки в руках. Просто одеваю курточку, шортах, шлепках. Ты так добегаешься. Да что я добегаюсь? Бабу Валя потом позвонит, меня отругает. Да, я вот утром я кофе тоже пить выхожу. Одел курточку. Скажет, не бережешь моего и сына. И пошел в шортах кофе пить по улице. Сын у меня один. Сыну, сыну, или как там, ангел ми. Сыну, сыну, ангел мой. Это как в анекдоте. Сынок, если ты будешь гулять с девушкой вечером, и на нее нападут разбойники, беги. Девушек много, а ты у меня один. Маму понять можно, конечно. Да, и мы тоже так, девочки. Хоть у нас девочек много, но мы с ними там старшими разговариваем. Они сейчас, у них такой возраст, как бы они хотят там дружить с кем-то, с мальчиками, туда-сюда. Да, хотят. А мы говорим, так не спешите, вся жизнь впереди. Поживите немножко. Этих мальчиков впереди, тут вы в школе, там вы где-то там будете учиться, там в вузе, там еще где-то будете. Их столько впереди, что вот это не надо там вот сейчас себе голову забивать этим. Не, надо сейчас учиться. Да. Наслаждаться молодостью. Кушаем. Я хочу кофе, я же достаю. Когда же вы уже закончите разговаривать? Моя хорошая, кушайте. А Марку отнесли? Да, сыну моему ангелу. Сыну, сыну, ангел ми. Единственному. Я думаю, слышь, Ира, ты один раз только всего лишь супруга. Да, да. И пять раз тещей будешь. К сыну особые чувства. Пипец, это, знаешь, это чтобы... Он на меня похож еще, ты что? Тебе такой надо оберег, когда ты будешь пять раз тещей. О, да. Я не знаю, прям в монастыре жить, не выходить оттуда. Я вчера спросила у Валеры, сколько у нас примерно внуков будет. Я потерял шо. Валера так сидит, говорит, очень шесть много. Я шесть ушел в себя и не вернулся. Ты такие вопросы мне не задавай. У меня дети. А я говорю, у тебя сколько внуков будет? Я молодой отец. Какие внуки? Молодой папа, да? Я молодой папа. Ну, да, Николь? У него младенцы вот на руках. Да? Да. Как они, пойдем? Нет. Нет, вот я поела. Хорошо. Наговорили мне тут. Молодцы. В общем, сейчас не ждите вы это 30-31 декабря. Покупайте сейчас эти все вот... мандарины, апельсины, наедайтесь, как говорится, детям покупайте, внукам и так далее.
Не жалейте. Не жалейте, да. Потому что когда придешь ты в один день, о, сегодня 31 пойду. А нет, или хреновые какие-то продаются, или порченые, или еще какие-то. Или они цену поднимают 31, знаешь, до потолка. Поэтому смотрите сейчас, если что-то есть хорошее, покупайте и кушайте. Наше накопление, это вот наше накопление. Наше богатство это дети. Да, да, наше богатство это дети. Их можно копить. Размножать. Растить. Увеличивать таланты, да? Все, мама, хватит. Все, Николь уже меня требует. Отключаемся. Пошли на диван. Идем, папа кофе не дашь, да? Да. Все, я пошла на диван. Спасибо, боже, меня детки кормят. Чистят, кормят. Вот они, плоды наших трудов. Спасибо, Доти. Ты самая-самая, ты совершенная.